Анатолий Брух, опять же, к 50-летию Саши Менделева, написал лжепророк оперу. Искали исполнительницу главной роли, роли Светланы Менделевой. Были предложены разные кандидатуры. И вот я думаю, в общем, ну, все как-то сошлись, что лучшие кандидатуры на роль Светы, вот, лучше, чем я, нету. То есть, ну, наиболее близкое сходство. И я даже придумала, я хотела вот как-то, ну, хотела табуреточку и сесть, прикрыть платьицем. Вот так я должна была быть. Табуреточку забыли дома. Да, я даже написала по этому поводу как бы четверостишие. Всего-то разницы аршин, да перевес в природной лени. Но чтобы достичь своих вершин, я опускаюсь на колени. Ну, в общем, как бы не пригодилось. Не пригодилось, буду петь стоя. Но еще были всякие разные задумки в декорациях. Ну, это как бы предполагались кулисы, чтобы сохранить силуэт главной героини. Представьте. Нет, красненький. Что было тоже отвергнуто. Надо вера в предлагаемые обстоятельства. Итак, либретто Анатолия Брука, музыка Светланы Менделевой. Ha ha ha!